успеваем. Сейчас. Давайте тогда продолжим. Итак, ну что же, мы выбрали вот такое прекрасное место для отдыха. Дело в том, что мне всегда предпочтительнее, чтобы на отдыхе у меня была вилла, а не номер в отеле. Потому что я очень люблю такое privacy и уединение, скажем так, от людей. Вот, как только мне предложили эту виллу, я сразу же согласилась, потому что действительно место само потрясающее. Это само место само называется Бельзиги. Находится между Анталией и Кемером. И вот такую резиденцию в нашем отеле Ака Резиденс мы выбрали. Смотрите, какая она большая, просторная. Здесь так много места. Здесь есть возможность, даже у меня не выходя с виллы, использовать вот этот павильончик в качестве моего небольшого балетного зала для занятий. Иногда, когда не очень жарко, я могу позволить себе сделать свой экзерсис вот здесь, вот в этой прекрасной, как она называется. Ой, вообще, если честно, это такая тяжба. Это такая тяжба на жаре вот это все на себя носить и поддерживать эту форму. Но мои друзья, это мои зрители, они не простят меня, если это будет не так. Тем более впереди у меня только один тур закончился. Сейчас уже впереди следующий тур в Крыму. Поэтому форму я решила поддерживать хотя бы на море. Посмотрите, у нас такой бассейн прекрасный. Ариадна Волочкова из него практически не вылезает. Вот, у нас две замечательные комнаты с гостиной. Вот на том балкончике я утром пью кофе. Вот, а пока мои завтракают за тем столиком, который у меня сейчас в тени, вот я духовной пищей питаюсь и поддерживаю свою форму. Вот. Ну что еще можно сказать? Вот у нас еще горы, конечно, здесь. Удивительная местность, когда горы сочетаются вообще с таким вот количеством зелени и морским воздухом мы дышим. Вот у нас раз вот там, если глянуть вот туда, то через минуту мы уже на море. Вот на море мы вам потом покажем репортаж. Много всего интересного. Ну что, я пошла попить водички, лучше мне как-то жарковато. И хочется искупаться, если честно. Прямо вот нырнуть в бассейне вот в этой всей одежде. Но этого делать не будет. Поэтому. Ну что, можно раздеться, я же в купальнике и взять и прыгнуть в воду. Смотрите. Вот если есть счастье, то вот это оно. Вот для этой жары. Спортивки и настоящую воду. Мамочка. Спасибо тебе за это видео.